Сразу два турнира по боксу прошли в Одинцово в сентябре. В первом имени Иосифа Кобзона приняли участие профессиональные спортсмены. Второй был посвящен Дню города Одинцова. В нем могли участвовать все желающие. Как прошли соревнования, об этом мы сегодня и поговорим. Здравствуйте. В прямом эфире ОТВ программы «Главная тема». Меня зовут Евгения Августина. В нашей студии олимпийский чемпион, президент спортивной федерации бокса Московской области Александр Лебзяк, президент федерации бокса Одинцовского округа Григорий Агабекян и Рафаэль Рагимов, исполнительный директор спортивной федерации бокса Московской области. Здравствуйте. Здравствуйте. А я хочу призвать телезрителей звонить к нам в студию по телефону прямого эфира 8-495-508-86-84. У вас есть уникальная возможность задать свои вопросы гостям в студии. Гости у нас сегодня непростые, сейчас вы поймете почему. Вот на самом деле, да, сценарий у меня один, но первый вопрос хочу адресовать Александру, хотя говорят, что человек он очень скромный, про свои достижения рассказывать не очень любит. Но как не задать вопрос олимпийскому чемпиону? Вообще, как вы пришли в бокс? Здравствуйте. Еще раз, да. Ну, я могу сказать, что привел меня в секцию бокса Рад Сергей. Я был такой, знаете, вдрочливый, плохо учился, вот эту энергию меня как бы отдали в секцию бокса. Но я прозанимался, может, около года, бросил, и посмотрев Олимпиаду 80, я пришел, записался в зал, и вот с 80-го года я занимаюсь боксом. Я скажу, что и благодарен боксу, потому что он меня подтянул и в учебе, и в поведении, потому что у нас перед каждой тренировкой тренер открывали дневники. И если в неудовлетворительное поведение или двойка, то садился на лавочку и как бы смотрел тренировку. Это здесь можно выгнать с тренировки. Мальчик пошел в кафе, там это. 3000 населения, золотой поселок. Я вот как, ну сейчас я не помню, ну раз или два я посидел и понял, что на троечку, на удовлетворительно я должен как бы натянуть и чтобы заниматься, ну как бы вот любимым, да, любимым видом спорта, да. А как стали олимпийским чемпионом? Ну, знаете как, у меня первый тренер это Денисенко, Василий Николаевич, Александр, Василий в Криворак, ну, основной Денисенко был. Ну, знаете как, я из поселка, и да, я выиграл районные соревнования, область выиграл, Магаданскую. И как бы, ну, меня заметили, и знаете как, у нас Федерация бокса Магадан, ну, я имею в виду Магаданская область, она заключила со школой-интернат, ну, как бы детский дом, договор, что именно мальчики, борцы, боксеры с Чукотки, с Магаданской области, хороших ребят, как бы их привлекать сюда. И мы учились, тренировались так и вот так пошло. Я попал к тренеру Рыжику Геннадию Михайловичу. Это мой основной тренер, который довел меня до олимпийского золота, не говоря о чемпионстве СССР еще, и России, и Европы, и мира. Это уникальный человек. Благодарен ему очень, как бы, большая благодарность. Знаете, как он как отец. Да, где-то меня журил, где-то гладил, поэтому, ну, вот мы, знаете, как сошлись, вот как бы, единый в кулак, и как бы, ну, тренировочный процесс, тренировались, понятно, были неудачи, и одно, и второе, где-то выигрывал, где-то проигрывал, но вот та детская мечта у меня, знаете, вот олимпийское золото, все-таки для меня раньше было чемпион мира, это вроде как мира большой, олимпийский, это когда я уже начал заниматься боксом и понял, что олимпийские игры, они круче раз в 4 года, как бы, и вот эта заветная мечта, она как бы еще с детства, и вот потихоньку шли, понятно, были неудачи, были травмы, была, это уже у меня была третья олимпиада, потому что на двух олимпиадах я проиграл, но Бог любит троицу, и с третьего раза мы все-таки взяли эту вершину, как бы, ну и ушли уже на тренерскую работу. Наверняка помните тот самый бой, который, собственно, завершился. Да, практически я помню все. Я практически все бои помню. Но этот, как бы, финальный бой боксировал я с чехом. Рудольф
края, мы дружим, и тренера я знаю, мы до сих пор дружим, он уже, правда, ну, как бы после Олимпийских игр ушел тоже, он был молодой, я был уже в возрасте, у нас разница была около 10-11 лет, я, знаете как, ну, видно, я подошел к этим соревнованиям, понимаете, я... Наверное, что называется, созрел, да? Вот, ну да, раз... и как бы я видел его ошибки, как бы, понятно, он был молодой, можно было закончить бой досрочно, но я понимал, что я выхожу в ринг в последний раз и хотел продлить вот это удовольствие, поэтому я держал счет, ну, как бы, по очкам. Два раза, да, ему считали нокдауны, я там тренеру показал, что все, мы как бы... Нормально все будет, что третьего нокдауна не будет. Потому что если третий нокдаун, ну все как бы заканчивается. И счет был, по-моему, 26 в мою пользу. Ну, как бы, вот как-то так. Ну и следующий вопрос я адресую вашим коллегам, потому что мы сейчас поговорили только про олимпийского чемпиона. На самом деле у Александра титулов-то очень много. Вот расскажите, пожалуйста. Ну, я, во-первых, хотел бы сейчас... сказать очень важную вещь о том, что буквально недавно, а именно в день финала Кобзона, нашего всероссийского соревнования, который вот-вот недавно закончился. Да-да, мы еще о них поговорим обязательно. Да, у нас в этот день прошло общее собрание, прошла конференция наших членов Федерации бокса, где и был избран новым президентом Федерации бокса нашей Александр Борисович Лебзяк. Это большая гордость, большая честь и очень важно для нас, потому что, во-первых, мы с Александром Борисовичем давно дружим, и для меня это как с дружеской стороны тоже очень приятно и очень важно. Но еще, во-первых, он был моим кумиром, потому что я, когда еще был совсем маленьким, я уже смотрел его чемпионаты мира, и мне очень нравился стиль его бокса, я даже не скрываю этого. Вот, и поэтому вырос на его боксе, скажем так, и потом мы подружились, это особенно круто. Вот, и он стал сейчас президентом, и, то есть, началась как бы новая эра, новая эпоха развития нашей федерации, и вот это очень важно, и важно то, что теперь руководит федерацией человек, у которого огромная история жизни и полностью связана с боксом, и не только с боксом как боксера, а он еще и... тренером работал сборной команды России. В 2015 году был назван лучшим тренером мира, и это очень важно. Он обладатель большого шлема, это три титула объединенные: чемпион мира, чемпион Олимпийских игр, чемпион Европы. Вот. И на сегодняшний день он еще является советником министра спорта Московской области Романа Игоревича Терешкова. В общем, титулов много, все они как бы с гордостью присвоены. И сейчас мы находимся под флагом, который несет Александр Борисович. И это очень здорово. Все мы, и вот в том числе и Гриша, как президент Федерации бокса Одинцовского городского округа. Вот. И что я хотел теперь сказать, что плавно перейду, мы сейчас будем, я так понимаю, хотели бы обсудить коротко Кобзона, да? Ну вот перед Кобзоном хочу на самом деле один вопрос задать, мы его частично касались в другой программе, специальное интервью, да, вот Александр сказал, с третьей попытки он завоевал олимпийское золото. Вот насколько тяжело спортсмену не сломаться, не плюнуть, например, на второй попытке, ну не судьба, ну не везет, ну не могу, не получается, не дотягиваю, форма не та, подготовка не та, а идти дальше, стремиться к своей цели и вот наконец ее достичь. Ну, наверное, вопрос всем троим, потому что все трое спортсмены, все трое титулы. Ну, лучше всего это, наверное, да, прочувствовал, да, Александр, знаете, Борисович. Ну, я, знаете как, я такой человек, что чем труднее ситуация, тем мне и легче. Интересно, поэтому я, да, не то, что даже интересно, легче. Меня в трудности никогда меня не страшили, поэтому, как бы, знаете, я даже... Ну, как сказать, ну, тренировались, ну, да, я давал, как и обыкновенно рабочим, мы тренировались где-то, ну, 7-8 часов в день, кроме воскресенья. Кроме, да, воскресенья. Кроме воскресенья. 2-3 раза в неделю, когда идет базовый сбор, 3 раза в неделю, потом идет там, ну, например, горная подготовка, равнина, как бы, они разные. Ну, знаете, как это, ну, и спасибо моим тренерам, которые всегда меня поддерживали, и непосредственно Рыжиков, мы после 96-го года сели,
и думаем, ну что делать, как бы, да, уже 27 лет уже, как бы, были травмы, да, я заслуженный мастер спорта, но я там вторым был, там третий, ну, короче, второе, третье, ну, и было принято решение уйти в более тяжелую категорию, ну, а там, как бы, все начать заново, чемпионат России, Европа, мир, Олимпиада, все, и вот мы вот, 4 года бок о бок, как бы не зная, там, знаете, там есть такое выражение, я не знаю, что такое рано, я знаю, что такое поздно. Поэтому вставали с утра, и это как сказал еще, по-моему, Оскар де ля Хойя, если я не ошибаюсь, но повторял и Майк Тайсон, очень тяжело вставать в 5 утра и бежать на тренировку, на первую тренировку, когда ты спишь в шелковых пижамах, в прекрасном доме, и у тебя на счету не 1 миллион долларов. Ну, миллион долларов не было, но квартира была, машина была, в принципе, чувствовались в себя как бы нормально. Но чтобы все это было, надо пахать, только пахать. Ничего нового я не скажу. Это, знаете, я всегда говорю, 1% таланта и 99% труда. Только труд. Я хотел бы добавить относительно вопроса про ломаться. То есть тут все зависит от того, в какой момент ломаться. Вот если вы говорите о том, когда вот уже идет такой путь, как говорится, уже высший, да, высших спортивных достижений. Ну, это моя и работа, и я за это... Да. Спортсмены к тому моменту уже проходят уже 2/3, а то и 3/4 своей жизненной карьеры, пути спортивного. Там уже ломаться смысла нет. Да, кстати говоря, у нас устроено... Так спортивная ситуация в стране, что, в общем-то, спортсменам неплохо платят. Да. Люди, которые уже, да, они, это для них работа, они зарабатывают и очень хорошие деньги. Там и бонусы идут, и какие-то гранты и так далее. А за каждое мероприятие, зарплаты, особенно если ты в составе сборной, не обязательно первым номером. Вот, поэтому благодаря этому это стимул. Это, ну, как ты можешь взять и сломаться, уйти, а дальше что ты будешь делать? Все предыдущее было просто на смарку. Да, конечно, нет, это человек, который посвятил себя столько этой профессии, он ничего другого делать практически не умеет. Максимум, ну, тренер, консультант, но за это сейчас много не платят, если ты только не очень талантливый тренер. Потому что любой тренер, когда сейчас уходит, он получает, ну, как бы, ну, небольшие деньги. Да, но пока он воспитает мальчика, конечно, который, тогда уже, да, он там уже зарабатывает, да, вот так, да, скажем. Поэтому да, но если мы берем, как вы говорите, спортсменов, которые не достигли еще такого высокого уровня, многие ломаются. Там нет такой таблетки. Ломаются, действительно, потому что, ну, еще есть возможность, они еще не видят себя наверху, а до верха еще карабкаться и карабкаться. И многие вот этот вот... Ну, часто бывает, что он не везет. Где-то там недоработали, где-то еще что-то. Где-то просто, ну, не хватает тяжелые преграды, да, вот. У кого-то со здоровьем где-то... Все бывает. Это живой человек. Поэтому ломаются. Бывает всякое. А вот если не ломаются, становятся такие, как от Александра Борисовича Лебзяк люди. Или как Очагава Софья, которая была здесь. Вот, ну, так, может быть, где-то фильм. В какой-то степени и отсеиваются те люди, которые оказались в спорте, да, случайно. Это как в фильмах, знаете, главный герой. Когда о нем говоришь, вот почему он столько это, а он потому, о нем и идет речь в фильме, он главным героем стал, потому что он прошел весь этот путь, а тысячи сломались. И о них ничего не говорят. Говорят только вот о том, кто главный герой. Это точно. В Одинцово завершились все российские соревнования по боксу имени народного артиста СССР, Героя труда России Иосифа Кобзона. Финальные поединки среди женщин и мужчин состоялись 11 сентября. Давайте вспомним, как это было. На ринге лучшие боксеры страны, мастера спорта и кандидаты. Всероссийские соревнования по боксу имени Иосифа Кобзона стартовали 6 сентября в волейбольном центре. В турнире памяти приняли участие спортсмены более чем из 20 регионов России. Этот турнир проходил в Забайкалье еще при жизни Иосифа Давыдовича. Он его организовывал. 15 лет он проходил там, но с уходом Иосифа Давыдовича мы решили с семьей его перевести в Московскую область. Были небольшие трудности, но мы это сделали. Более 100 участников в возрасте от 19 до 40 лет. На ринге демонстрируют прекрасную подготовку, красивый бой. Еще одна особенность этого чемпионата. Уже третий день в городе Одинцово проходят всероссийские соревнования класса А.
на сайт, где участвуют только кандидаты и мастера спорта. Бейшли на протяжении недели оценивались по олимпийской системе. Проигравшие выбывали после первого поражения. Причем на ринг выходили как представители сильного пола, так и девушки. Спасибо вот организаторам, спасибо вот фонду Кобзона, что предоставил, помог, поддержал нас в этом плане, что мы проводим такое хорошее соревнование. Уровень хороший. Со всего России 24 региона приехал сюда. Это много значит. Завершили соревнования 11 сентября, где были разыграны золотые комплекты наград. В эфире ОТВ программа «Главная тема». Сегодня мы говорим о боксе. 8-495-508-86-84. Но перед тем, как задать какие-то стандартные вопросы о том, сколько было участников и так далее, все-таки спрошу, а на чьи поединки смотреть интереснее? На женские или на мужские? Мужские. Ну, почему? Ну, они... Серьезнее? Они все-таки женские... Нет, женские тоже хорошие. Сейчас они... Мы же с вами тогда касались этого вопроса. Женщины, они все растут в этой области. Но мужские, конечно, они более такие, как это сказать, поагрессивнее, помощнее. То, чего ждет публика все-таки от бокса. Когда приходишь на бокс, ну, ты ждешь там какой-то все-таки агрессии, спортивной агрессии, безусловно. Нокаут, нокдаун. Да. У женщин такого не бывает, значит? Ну, почему? Бывает. Мужчины сейчас боксируют без шлемов. Что приблизительно их профессионалов. Да, кстати, на фотографии тут это можно видеть. Девушки в шлемах, мужчины без. Да, девушки в шлемах. Это тоже немножко шлемы, они как бы, ну, немножко искажают. Но и слава богу, что женщины боксируют в шлемах. Пусть так и продолжается. Не надо их калечить, их лица. Вот. А мужчины, вот они смотрятся вот так более эффектно. Ну, я еще добавлю, началось развитие женского бокса, все-таки я... как-то скептически относился к женскому боксу. И это было, ну, года полтора, может, два. Понятно, девочки занимались, тем более, если брать статистику тогда и сейчас, девочек очень много идет в бокс, очень много. И я потом переосмыслил, но это же медаль для страны. Какая разница, кто завоевал, мужчина или женщина. Поэтому чем больше будет медалей у нас и со стороны и женщин, и ребят, поэтому это только плюс будет. А вот как вы думаете, почему женщин, девушек тоже бокс стало интересовать? Что изменилось в женском мировоззрении? Или, может быть, бокс стал для них более открытым? Я думаю, это минус нам. Нет, мужчина, я думаю, ничего не менялось. Я думаю, это как, знаете, как вот начали развиваться новая мода в жизни, там, ну, в нашей всей жизни, в мире, там, феминизм там, и так далее. То есть это тоже мы к этому критически не относим, это принимаем. Ну, и также женщины начали выражать себя и в этом. То есть их сюда силой-то никто не тащит. Да, ни родители, они сами идут. Им нравится, и они остаются. И остаются, и продолжают, и показывают себя порой даже более мужественно, чем мужчины. И где-то даже жестче, хладнокровнее. То есть там столько, у них столько качеств выражается в этом четырехугольнике, что там... И поэтому тут нет такого, тут... Сама суть такая вот жизни, да, то есть они приходят, и спрос рождает предложение, они приходят, и остаются и развивается этот бокс. Если бы он был неинтересен, он бы так и потух, то есть вот где-то в зачатках он бы потух, и его бы не стал. Это какое-то мимолетное явление, наверное. Да, было бы вот так. Всплеск. Но нет, смотрите, он движется и развивается, и популяризируется очень сильно по всему миру, не только где-то. А вот на турнире... И увеличились у нас олимпийские, я имею в виду, эти... Да, фиксовые категории. Скоро мужчин вообще не станет, одни женщины будут боксировать. Нет, ну все-таки посуду не надо, дома. Без перегибов давайте обойдемся. А вот на турнире имени Иосифа Кобзона кого было больше, мужчин? Сколько вообще участников собралось? Участников было, дай бог памяти, где-то 104 или 106 человек, меньше, чем в том году. В том году аж было 180, наплыв был гораздо больше, но сейчас нам помешало событие, которое называется чемпионат России по боксу. Он буквально там вот прошел в преддверии, и вся основная масса спортсменов, конечно, поехала туда. Вот. А так мужчин было 65, по-моему, человек, женщин там что-то 38. Вот так. Но это тоже немало, 38 женщин. Они просто сейчас готовятся к чемпионату России, который скоро пройдет. Или в Кемерово, или в Ульяновске. Где-то. По мужикам? По женщинам. Мужчины-то прошли. Вот будет. И вот они готовятся сейчас, и для них это был некий этап проверки себя,
приехала из многих регионов, но, конечно, основное это были Москва, Московская область и вот области ЦФО, Центрального федерального округа. А кто же стал победителем турнира? Кто стал победителем турнира? Кто забрал главные награды? В основном, конечно же, это Московская область и Москва. То есть ваши подопечные? Ну, по большому, Москва, они как бы не совсем наши подопечные. Хотя был период в жизни, когда Александр Борисович возглавлял Федерацию бокса Москвы, правда, это было уже давно. Ну, я жил в Москве, сейчас живу в области. Ну, области. Да. Москва тоже для нас, это Москва для нас родной город. Мы сами живем в Москве тоже. И, в общем-то, но поле деятельности это Московская область. И, в общем-то, Московская область. Четыре спортсмена Московской области мужчины заняли первые места, и четыре спортсменки женщины заняли четыре места первые. Самое главное, то, что соревнования прекрасно прошли. Здесь они выполняют норматив мастера спорта. Это самое главное. Это вот. Шесть спортсменов выполнили норматив мастера спорта. А вот так, если углубляться, что должны показать спортсмены на ринге, чтобы завоевать, ну, собственно, подтвердить свое звание мастера спорта, завоевать это звание? Ну, они должны просто победить его. То есть, если это чемпионат России, то там спортсменам достаточно стать, допустим, призером, третье место занять, ну, проведя определенное количество боев. Ну, минимум три боя. Минимум три боя. Вот. Но вот здесь, на всероссийских соревнованиях, это, конечно, надо занять исключительно первое место и тоже провести как минимум три боя. Победить. Вы как оцениваете подготовку участников? Здесь, наверное, конечно, сложно оценить, потому что спортсмены профессиональные, все уже достаточно высокого уровня. Но, тем не менее, как подготовились? Я могу со своей стороны сказать, вот я смотрел, бои были хорошие и ожесточенные, потому что все, знаете, были такие полуфинал-финал. Выигрываешь в полуфинал, выходишь в финал, у тебя есть шанс стать мастером спорта. Поэтому бои и со стороны девочек, и со стороны ребят были очень такие серьезные, знаете, ожесточенные, вот так скажем. Интересные были, очень интересные. Ну, после, если не ошибаюсь, после турнира имени Иосифа Кобзона прошли соревнования, посвященные Дню города. Там уже участвовали все желающие. Григорий, расскажите, сколько человек собрал этот турнир? В этот же день как раз, где на финале. 11 сентября проходил в парке имени Героя России Ларисы Лазутиной. И вот мы всего лета, вот, точнее всего лета проводили тренировки для всех желающих. И как раз где-то 140, по-моему, 140 участников было. И вот проводили, участвовали они на этих соревнованиях. И дети, и взрослые, и достаточно опытные спортсмены. Мы называем это сборная «Солянка». Юноши, юниоры, взрослые, все. Интересно тоже, очень интересно. А вот вы как профессиональные тренеры, когда дети, наверное, в первую очередь выступают, вот рассматриваете там, вот, пожалуй, вот этого мальчика нужно запомнить, из него выйдет толк. Или а вот эту девочку, может быть, как-то стоит пригласить? Так это в основном основная задача тренера. Везде и все, везде искать вот этот вот материал, как называется. Это как сито, понимаете, в тренерской работе. Она вроде с виду кажется какое-то легкое. То, что там до 5 утра ты сидишь всякие, пишешь своих соперников, у кого плюсы, у кого минусы. И это сито. Особенно вот детский тренер. Он просеял. И вот этот раз маленький алмазик. Вот теперь из этого алмазика надо его сделать бриллиантик. Поэтому это такая кропотливая работа. Григорий, ну таких бриллиантиков потенциальных было на соревнованиях, посвященных Дню города? Ну, знаете, там атмосфера была более дружеская. То есть мы никого не выбрали там. Просто больше как показательное выступление было. И вот как бы пришли поддержать два героя России. Лариса Евгеньевна, Лариса Лазутина. Вот Александр Николаевич Головашкин. То есть дети старались, как бы смотрели на таких людей, давайте там буду стараться там выиграть и так далее. Но этот турнир как бы был чисто показательный, то есть там мы никого не выбрали. А вот цель этого турнира главная была какой? Приурочный Дню города. То есть День города мы решили организовать такой праздник. То есть отметить по-спортивному? По-спортивному. Правда, там дождь начался. Но это не помешало наверняка спортсменам. Нет. Мы там прям все радостнее проводили этот турнир, смеялись, потом на парады, все так. Мы сейчас обязательно продолжим разговор о турнире, посвященном Дню города. А я предлагаю телезрителям посмотреть наш сюжет, чтобы собственными глазами увидеть, как проходили поединки. Соревнования по боксу начинаются с разминки. Боксеры вышли на бой с тенью. В
течение всего лета организаторы проводили в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха открытые тренировки для всех желающих. Турнир, в котором принимают участие около 100 спортсменов в возрасте от 10 лет, стал их итогом. Многие хотели заниматься боксом и выйти на ринг, сражаться с достойными спортсменами. Мы их подготовили и сегодня дали эту возможность выйти на ринг. Никакая погода не помешает сегодня провести шикарные, красивые мероприятия, на которые съехались не только все наши жители Одинцовского городского округа, но и гости, не только столицы, но и других городов России. Я желаю им удачи. Поприветствовать участников соревнований и пожелать боксерам красивых боев пришли два героя России. Пятикратная олимпийская чемпионка Лариса Лазутина и полковник полиции Александр Головашкин. Они отметили необходимость и важность развития детского спорта в Одинцовском округе. Важность в том, что много очень детских и юниорских пар. Это уже серьезная работа с детишками. И вовлечение вот именно в здоровый образ жизни, формирование личности, патриота и гражданина. Коллективный, командный вид спорта – это очень важно, поэтому ребята уже, как говорится, с детства в семье, в команде. Хочу всем пожелать здоровья, новых побед интересных. И чтобы бокс у нас процветал в нашем округе, потому что это дисциплинирует. Очень мальчишек приятно смотреть, как они организованы. А это, наверное, одно из самых главных. Поэтому всем удачи. Однако на ринг выходят не только юноши, но и девочки. Для них никаких поблажек. Те же 3 раунда по минуте. Для всех обязательная защитная экипировка. Капы, боксерские шлемы, бинты и, конечно, перчатки. Как отмечают специалисты, девчонок в боксе сегодня становится все больше. И отличаются они от ребят большим трудолюбием. С ними, конечно, тяжело работать, но они очень такие, они целеустремленные. Ребята, я не хочу сказать, что не целеустремленные, но ребятам это присуще, как бы бокс – это спорт сильных мужчин. Но когда еще и девочки становятся сильные, такие мужественные, это, конечно, заслуживает отдельного такого внимания и уважения. Дождливая погода не помешала проведению соревнований. А в завершении участников ждали заслуженные награды – грамоты, медали и кубки. В прямом эфире ТВ-программы «Главная тема». Сегодня мы говорим о боксе. 8-495-508-86-84. Звоните и задавайте ваши вопросы гостям в студии. Григорий, а были ли какие-то минимальные требования все-таки к участникам соревнований? Они хоть и открыты, но все-таки спортивные, серьезно проводятся в федерации бокса Одинцовского округа. Никаких требований, в принципе, нет. Главное желание, чтобы... Главное желание, возраст. Да, и спортивная подготовка. И здоровье был. Возраст, да, здоровье, потому что у нас обязательно для того, чтобы боксировать, ну, в контакт вообще, и, слава богу, все нормальные наши президенты федерации, они соблюдают эти вещи. Это возрастные критерии обязательно, и чтобы обязательно было МРТ головного мозга, и это врач всегда это проверяет. Потому что, не дай бог, знаете, иногда ребенок не знает, и даже родители не могут знать, что у него в голове происходит. Там могут быть различного рода заболевания какие-то и так далее, что может вот отразиться очень плохо именно в момент контакта. Вот, поэтому мы стараемся, как федерация бокса, за этим очень бдительно наблюдать, пресекать такого рода какие-то мероприятия, которые самовольно проводятся без соблюдения подобных критериев. Вот. И я, кстати, хотел бы сейчас, пользуясь случаем, можно поблагодарить Агабекяна Григория за его такой вот неутомимый вклад вот в развитие бокса в Московской области, именно в Одинцовском районе. Вот, наложились несколько мероприятий. Вот мой вопрос как раз был. Он очень активно помогал вместе со своими коллегами, помощниками, помогал в организации Кобзоновского мероприятия, да. И в финальный день у него еще наложился вот с Днем города, с спортивным мероприятием, которое они готовили. Я хочу сказать большое спасибо за поддержку. Спасибо. Вот, мы это даже подготовили. Да, я тоже. У нас есть соответствующие благодарственные письма, которые мы будем вручать волонтерам, которые тоже благодаря вот Григорию у нас появились и очень активно, сильно помогали в реализации нашего проекта. Да? Вот. И что еще хочу сказать. Вот такие, которые сейчас показали мероприятия, проходящие в городе, это очень важно. Это популяризация не только бокса. Это, в принципе,
демонстрация здорового образа жизни, вектора направления города в здоровое будущее, в детей, понимаете? Народ смотрит, интересный процесс такой, когда все вот собираются вокруг вот таких вот мероприятий. Это здорово, и если не будет людей, которые это все будут организовывать и брать на себя, то, наверное, этого и не будет происходить, это все зачахнет. Конечно. В любом виде спорта. Не могу не спросить, как вы вообще справились? Ведь действительно, несколько достаточно крупных турниров, практически одновременно, да, параллельно. Но, тем не менее, и тот, и другой прошли на хорошем уровне, собрали достаточно большое количество спортсменов. Как вы, говоря все это простым языком, вывезли? Ну, просто... Мы правильно распределяем труд. Один занимается одним, другой третьим. Вот спорт все-таки да, дисциплинирует настолько, что потом можно решать задачи разной сложности. И даже то, что проводили соревнования в детские, понятно, кто-то, может, и не занимается, но то, что были родители, смотрели все это. Сегодня он не захотел, а завтра он шел и записался в секцию бокса. Поэтому... Вот насчет, кстати, детей все понятно, вот, Григорий, а взрослые часто приходят в Федерацию бокса Одинцовского округа с желанием позаниматься, вот тоже да, хочу научиться. Очень многие приходят, очень многие занимаются у нас. Вообще все началось у нас можно, да? Я там, конечно, помощью... да, конечно, вот сейчас, да, про историю да, Федерации бокса хотелось бы. В 2008 году, когда мы проводили тренировки по боксу в Барвинской школе, потом мы ставили перед собой задачу развивать бокс и спорт в целом в Одинцовском округе, тогда был еще Одинцовский район. Вот, и по ступени воплощали эти планы в жизнь. На протяжении нескольких лет наши боксеры выступали во многих различных турнирах и показали отличные результаты. Ежегодно воспитанники клуба принимали и принимают участие в детских турнирах и в соревнованиях. Стабильно получают 70-100% первых мест, заслуженно неся звание одного из сильнейших клубов Московской области. На данный момент имеем очень много залов и очень много спортсменов у нас. Кстати говоря, а где тренировки в Одинцово проходят? На Северной улице, в зале бокса «Патриот» на Дубраве. Вторая школа. То есть, то есть 11 много. Школ, да, сейчас у нас. И с 2017 года мы начали уже сами организовать, проводить соревнования по боксу. Мы там Барвинские школы сначала. Потом каждым разом количество участников возрастало. В наших турнирах участвуют не только дети, новички, но и взрослые спортсмены. Регулярными гостями турниров были почетные жители Одинцова, заслуженные спортсмены, олимпийские чемпионы, политические деятели. Многих из них вы прекрасно знаете. Их имена называются на слуху. И мы сегодня их произносили. Отдельную благодарность хотел выразить пятикратной олимпийской чемпионке Ларисе Евгеньевне Лазутиной за ее поддержку и вклад в развитие бокса в Одинцовском округе, а также руководству администрации Одинцовского городского округа в главе округа Андрею Робертовичу Иванову. Мы на самом деле ежедневно видим, как бы процветает спорт в нашем округе. Современные школы, новые учебные заведения, новые стадионы, открывается множество секций для детей и взрослых. Приятно видеть родителей, ведущих своих детей на занятия спортом, стремясь вырастить достойное поколение. В итоге задача, которая была поставлена перед нами 2008 года, выполнена. И в дальнейшем все это в ходе естественного процесса преобразовалось в Федерацию бокса Одинцовского городского округа, который я и возглавляю. Я не раз сказал, что Федерация бокса Одинцовского округа каждому дает возможность заниматься этим прекрасным видом спорта и помириться с силами и с достойным противником на ринге. Для этого несколько раз в год мы проводим соревнования в нашем округе. Вот мы сейчас видели там и прирочный, да, там Дню города. Вот. Мы вкладываем все силы и знания для развития в каждом спортсмене духа чемпиона. Но наша главная цель не только воспитать чемпионов, но и развивать спорт. Помочь ребенку обрести уверенность в себе, хорошую физическую форму, повысить выносливость, ловкость, реакцию, поставить удары и технику бокса.
эмоциональную устойчивость и уважение к старшим. Вот это самое главное, наверное. На данный момент Федерация бокса активно проводит работу со всеми желающими. Я очень рад совместной работе с такими легендарными спортсменами, олимпийским чемпионом, президентом Федерации бокса Московской области Александром Борисовичем Дзяком. Спасибо. Это большая честь. Ну, хочу сказать, что у нас серьезная команда, сильная команда. В дальнейшем мы планируем очень большой объем работы по развитию бокса в округе, увеличение количества спортсменов, повышение качества тренировочного процесса и, как следствие, увеличение количества чемпионов, призеров и просто здоровых спортивных детей. Мы к каждому ребенку относимся как к своему, и даже если он не свяжет свою жизнь со спортом, это будет хорошая школа, закаляющая характер. Вот этого хотел сказать. У нас просто получается так, что с утра до вечера беготня, работаем, и мы мысли уже как бы... Я вас очень хорошо понимаю. Забываем немножко. А вот если говорить о начале занятий боксом, да, ну, многие родители как размышляют? Хоккей, фигурное катание, виды спорта дорогие. Там экипировка нужна, коньки, все это недешево. Футбол вроде бы подешевле, там, да, специальная обувь, гетры. А вот что можно сказать о боксе? Насколько это дорогой, доступный вид спорта? Или, ну вот, да, как противопоставление, он дорогой или доступный? Он самый дешевый. Он самый дешевый, самый доступный. Поэтому ничего не надо. Трусы, майка и кеды. Все. Все. Больше ничего не надо. И стоят одни копейки. Да, перчатки, бинты, это все там дадут уже. Я имею в виду, главное в дойти. Да, самое главное дойти, да. Да, тут речь идет не о доступности покупки каких-то конкретных вещей, амуниции и так далее. Хотя, как вы правильно заметили, в других видах спорта надо озадачиться этим. Да. Еще очень много иметь возможности просто амунировать своего ребенка, да, чтобы он хоть там как-то вписался. Родители становятся экспертами по экипировке. Два месяца ходит и бросил. Да, да, два месяца походил и бросил. Но дело не в этом. Тут... Вообще работа, вообще родительское отношение к тому или иному виду спорта, оно очень важное значение имеет. Вот вы предвосхищаете уже в который раз мой вопрос. Да. Изначально, в тот момент, когда они приводят туда ребенка, и очень важно, вот не даст соврать мне, Александр Владимирович, когда спортсмен уже начинает себя проявлять, расти и показывать результат, вот в этот момент очень важна поддержка родителей, потому что один тренер не может это делать. Он должен понимать вектор направления мысли родителей, потому что, когда, извиняюсь, он достиг уровня мастера спорта, это значит, тренер вложил в него уже очень много личной жизни. И когда приходит родитель и говорит, знаете, мы передумали, мы, пожалуй, вот отдадим его учиться Скрипочку. Или куда-то, это тоже важно, учиться. Но тут нужно, наверное, уже понимать, что сколько вложено, и что это часть жизни самого тренера, жизнь человека, да, вложенная в вашего ребенка. Это не просто так, довести человека до мастера спорта международного класса спортсмена. У многих тренера брали детей, спортсменов, селили у себя в квартирах, их жены их кормили. Они с ними с утра до вечера занимались, потому что видели в результате свой образ жизни, цель своей жизни тренерскую. Вот что важно. И когда родители абсолютно... к этому относятся без внимания, это очень, на самом деле, плохо и очень больно для тренера и для его жизни. Но, знаете, бывает и оборотная сторона медали, да, вот тоже у меня дети занимаются спортом, и на тренировке у сына, вид спорта, хоккей, папа там так активно кричал из ограждения, и, по сути, свои подменял тренер, то есть тренер на льду занимается с ребенком, он ему, разумеется, дает какие-то советы, разумеется, следит, но папа стоит, кричит, ну и, по сути, мешает тренировочному процессу. Вот в таких ситуациях как быть? Да это же тренер должен выстраивать работу явно. С родителем и все, успокоить его и все сказать, все, хватит, не надо. Так не, у нас, когда, ну это хоккей, да, там как бы вот, понятно. Папа, родители-то у нас да. активны везде. Ну, я скажу, что вот у нас в академии в Новогорске у нас телевизоры, папа может кофе попить, чай, вот смотрит своего сына по телевизору, как он тренируется, все. А как же зал, знаменитая связка зал, тренер, родитель, зал ребенок? Только, не, это уже после тренировки. Тренеры, родители, они общаются, если надо, этот ученик будет, да. А так все, ну, я считаю, что ну, папа меньше знает, чем
тренер в этом виде спорта. Вот поэтому у меня были случаи, когда папы приходили, подсказывали. И у нас сейчас такой закон. Все, папы сидят, смотрят, это чаек пьют, общаются в зале. Тренер тренирует спортсмена. Если вы привели к этому тренеру ребенка, да. Значит, вы ему доверяете. Да. Поэтому вопросов никаких быть не должно. Но... Понимаете, тренер, помимо тренера, он еще педагог. Он должен объяснять. Пояснять, зачем это надо, хорошо, плохо, поэтому... Но эта проблема есть, вот вы сказали, она есть, потому что некоторые родители, они же бывают немножко неадекватные. Есть такие люди, которые прямо они рвутся, многие считают себя умнее тренера. Ну, есть такие. Сейчас все же в интернетах сидят, конечно. Такие, это не исключено, такие моменты бывают. Уметь с ними построить работу, деликатно, не ссорясь, объяснить, потому что если тренер начнет конфликтовать... Ну, родитель возьмет, забидится и уведет своего ребенка, талантливого ребенка, тем самым разрушит и его карьеру. Потому что на амбициях, на каких-то, на вот этих своих личных качествах все это разрушается. Вот поэтому тренер – это не только педагог, но еще и психолог. Однозначно. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. Я хотел бы еще сказать. Я хотел бы поблагодарить еще, если вы... Давайте на этой прекрасной ноте завершим сегодняшнюю программу. Да, у меня вот как бы, это зрение у меня подсело. Говорить поэтому, спасибо, это всегда прекрасно. Да. Я хотел бы поблагодарить министра спорта от Московской области, Романа Игоревича Терешкова, за его помощь, поддержку. Поэтому делает, понятно, у него достаточно видов спорта, где он как бы отдает внимание, но к боксу всегда как бы теплое внимание и любая помощь, ну как бы любое содействие и в помощи он оказывает. Хотел бы также поблагодарить главу Одинцова, Андрея Робича Иванова, который тоже все, что надо для нас делает, там, все дела, вот так скажем. И хотел бы я также еще раз поздравить фонд Кобзона и маму Нелли, ну и, конечно, Андрея Иосифовича Кобзона, это сына, который тоже и финансово, и как бы и душой, и телом всегда этот помогает. Хотел бы еще поблагодарить Иосифовича Аксентьева, это, если вы помните, такой 21-й век компания была. Также он и дружил с Иосифом Давыдовичем, как бы. И они вот, открыли первую профессиональную лигу бокса. Да, и вот он также этот помогает, все делает, поэтому спасибо ему огромное. Ну и вот как бы, во-первых, спасибо Григорию. Да, Григорию Владимировичу, Рафаэлю Ахмедовичу. Знаете, как тоже бумага, работа, это тоже как бы переживать. Ты, как сказать, ты, может, даже отдаляешься от своей семьи, потому что у тебя здесь два или трое ребенка, а здесь у тебя там 100 человек, я к примеру говорю. И каждому надо как бы внимание уделить. Ну и всего из этого я хотел бы еще раз поблагодарить Сергея Михайловича Данилова. Он более 20 лет тянул эту лямку, на самом деле, переживал, болел. Я просто, мы дружим уже не одно в десятилетие, вот так скажем. И я вижу, как он относился к своему делу. Поэтому, Сергей Михайлович, огромное-огромное тебе спасибо. С уважением, от души. Да, я присоединюсь, коротенечко. Сергей Михайлович Данилов принес большой вклад, потому что эта федерация пришла, как говорится, к его руководству там в 2001 году, и вот с того момента он ее не отпускал, в хорошем смысле этого слова, вкладывал душу в средства и, в общем-то, довел ее до такого состояния, что сегодня мы уже десятикратные чемпионы России, о таком даже думать нельзя было. И это действительно здорово, и вот он в таком виде передал управление этой федерации, предложил на президентство Александра Борисовича Лепсика. И коротко я хотел бы еще... Очень коротко. Ввиду по факту прошедшего турнира нашего Кобзона, я хотел бы поблагодарить председателя судейской коллегии нашего, Дубровского Максима Владимировича, и хотел бы поблагодарить Сергея Сергеевича Веденского, директора школы Олимпийского резерва Московской области, который... огромной частью Московского областного бокса являются и делают все, чтобы он был таким,
успешным, каким он сегодня является и будет в будущем. Да. Но я уверена, что Федерация бокса Московской области в надежных руках, судя по тому, какую команду мы увидели. Мы едины, мы все вместе. И еще спасибо моему отцу Ахмеду Федоровичу Рагимову, который возглавляет по боксу центральное, работает в центре спортивной подготовки олимпийских видов спорта. И все основные взрослые спортсмены олимпийцы сегодня, которые представляют Московскую область, вот он их курирует, он ведет их и, в общем-то, ведет очень успешно. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ.